Какие-то гранаты, и вероятнее всего выпад агрессивный на стартовых таймингах по точку А. Там уже есть какие-то пики, и, кстати, отправление хаешек прямо-таки на плент. Проникс пытается нашить смог. Это была, так сказать, отвлекающая флешка с подцентра. Ну вот, ребята уже занимают ближние позиции на точке А. И вот из Horizon тоже ротируется полностью под плент. Ну и понимает, скорее всего, то, что они его отдали. Десерф ставит, скорее всего, пачку. Нет, пока что его дропает апарту. Пытаются они что-то там мешкаться слева направо, но они заняли апленд. И что очень даже хорошо, в ближних позициях можно, скорее всего, будет как-то принять оппонентов с зигзага. Вот, и раскиды пошли на плент. Ну и минута распоряжения, чтобы сделать, наконец-таки, постановку пачки. Нашивают смог, и далее плент поставлен.